Здравствуйте, дорогие друзья, это мы, Лари Мари. Сегодня у нас распродажа вот в этом доме. Да, очень интересный дом. Он старый, ребята, он действительно старый. Он находится в такой старинном районе. Мидтаун называется. Да, в старинном и богатом районе, на самом деле. И мы уже тоже посмотрели на фотографии. Здесь много... Сейчас я покажу вот так вот. Да, интересно, будет вещей в этом доме. Мы, конечно же, предвкушаем, да, Ларис? И он сделан в стиле английского коттеджа, этот домик. И он большой. Сейчас на продаже за 600 тысяч. Да, продается 600 тысяч. Он полностью кирпичный. Необычный. Очень красивая архитектура, мне нравится, да, Ларис? Да, мне тоже. И кирпич, и такие красивые вставки из камня, кованая железная дверь, почтовый ящик рядом интересный, французское такое окно выходящее, ну, просто прелесть. Походим? Заходим. А цель какого города? Мы в зале. Да, посмотрите, как здесь красиво, ребята. Ну вот я, этот дом очень красиво оформлен, и плюс здесь очень много антикварных таких интересных. Вообще, кстати, сделано окна, Ларис, какие интересные. Видишь, дергаешь за колечко, они так вниз спускаются. Прекрасно. Смотри, какая ваза. Ваза явно такая. 295 долларов. Розмедельян? Но не знаю, насколько она... Такая пыльная? Пыльная, да. Там что-то было на ней. Веками стояла. Красиво. Да, смотрим на посуду, ребята, и мы уже видим, что это, скорее всего, шум, да, мне кажется. Или Бавария. Что тут написано у нас с тобой? Ну, германская фирма вот эта вот. ФБНКО. И они очень красивые и разнообразные. Их, по-моему, 9 тарелочек. 6 за 35 они поставили. А, 6. Красота. 6 за 35. А здесь вот что-то такое необычное. Это не лимушка там стоит? Или тоже сейчас Бавария? Посмотрим. Мы вот это посмотрим. Вот это лимонж Франция, да. Вот такие небольшие, и их 6 за 25. А ты хотела посмотреть еще одну оттуда, Лариса? Да. Сейчас попробую достать осторожно. Так, что это? Итальянская. Тоже красиво. 25 долларов. Ну, такой вот. Ракушки, да, такие. Морской стиль. Морской стиль. Угу. Здесь также мы заметили, это билет ирландский. Фарфор, да? Фарфор, который мы много раз говорили. Они сделают, добавляют туда перламутр, поэтому он так немножко, видите, красиво светится. Ну вот, коллекционировать тоже вещь. Многие коллекционируют. Здесь набор на столе фирмы Микаса. Посмотрите, вот она. Ну, полностью набор, цены мы не видим, но он современный набор, конечно. А вот здесь цена 29 за 145 долларов. Что ж, мы видим здесь две старинные картины, ребята. Посмотрите, вот такая маленькая. Две девочки, по-моему, а здесь девочка и мальчик. Это 495, это 395. Ну, давай посмотрим какую-нибудь одну из них. Просто снимем вот эту, которая пониже. О, да, она старая. Посмотрите, какой кусочек там, какой-то вот доски. Необычно, конечно. Дорогие. И очень дорогие, необычно. Снизу посмотрите, какой красивый гусь. Фирма Мангани Дак. 1250, ребят. Ну, это итальянская фирма какая-то, керамическая, так думаю. Ну, здесь тоже керамика. Вот это 145, написано подписанная керамика. Ну, и здесь интересные такие сценки из французской жизни, мне кажется. Пойдем посмотрим, что за картина. Давай посмотрим. Ну, какой-то явно абстракт, ребята. Кстати, я не вижу ни цены, ни... Ну, вижу, по-моему, там подпись автора, может быть. Цена 695. А, 695. Но очень красивая, структурная такая картина. Это силуэт женский, да? Да, да, я тоже увидела. Интересно. А это, посмотри, шарики из перьев. Вау, прикольно. Мне понравилось вот это вот зеркало с той стороны. Красивое зеркало. Что ж, мы здесь в гостиной, прекрасный камин, как вы видите,
тоже много всего интересного, что можно посмотреть. Насобирал керамику, огромное количество керамики, ребята. Мы слишком не будем тут долго обращать внимание, но приблизительно от 20 до 170 весу долларов. Вот такая вот за 175. Керамики. А вот здесь что-то интересное. Мне понравился этот вот... Щедок, конечно, очень интересный. Ниша такая, ниша, да, красивая? Да. Полы видно, что... А здесь написано, что здесь все как бы оригинальные полы и стены, здесь все. Такая картинка, такая ватеркала, акварелька. Вот это очень... Смотрите, какая... 145. Она неподъемная, Лариса. Посмотри, какое толстое здесь стекло. Угу. Это два рога? Да, рог изобилия. Не знаю, куда они садились. Конечно, комната красиво выглядит. Необычно. О, Лариса, так смотри на потолок. Это как небо, да, по-моему, да? С облаками, небо с облаками. Мэри. Да. Интересно. Здесь какой-то интересный чайничек мы увидели, 45 долларов. Ну, как бы, о, с посланием. Такое ощущение, что мы такой же с тобой чайник видели. Ну, давай посмотрим. Я всегда заглядываю в чайники, потому что почему-то в чайниках, то есть, этот чайник мы подарили в 1965 году моей маме. Вот так. А сейчас мне 88 лет. Красивый чайник. Здесь очень красиво тоже все, и керамика, и вот эта красивая лампа, ребята, и посмотрите, акварель прекрасная. Но это, кстати, распечатка 98 из 100, распечатка. Что дальше, Ларис, давай посмотрим, вот здесь мне понравилось, какие-то тут на стенах маски висят тоже. Вот там одна маска, 75 долларов, под ней небольшая картинка за 125 с подписью. И вот такие перья замечательные. Здесь. О, вау, Лариса, здесь рояль. Здесь так хорошо. Смотри, красиво. Да, здесь красиво. Вот здесь на улице с этой стороны. Старинная батарея. Смотри, как выложен пол. Мне кажется, это была как бы санрум похожа. Вау, какой рояль. Но с другой стороны. Мне кажется, это посмотреть. Прихожая, Марин, вон дверь. Прихожая, да. Еще одна. С этой стороны, да. Такая маска за 65. Интересная, деревянная. Еще одна маска 145 долларов. Смотрите, здесь два таких здесь скульптурки за 295 долларов. Азиатский, такая дама и кавалер ее, наверное. Да, мне кажется, это не дама. Ты думаешь, вот это? Посмотри, дама. Дама? Да, с кокошником в платье. А это кавалер. Ну что, ничего мы не видим, то есть никаких наклеек на них нету. Но это даже хорошо, потому что если написано Made in China, то это хуже. Еще здесь красивый вид лент, 695 долларов. Такая дама и кавалер. И как-то необычно вставлен такую какую-то мягкую, как подушка практически леновая. Steel Way & Son. Смотрите, какая комната здесь. Ну, это как бы была... Кабинет, да? Красивый ковер, ступеньки необычные. Надо, чтобы книжки доставать, как видите. Кстати, очень необычные ступеньки. Цена здесь... 1250. Это сделано как кресло. Точнее, не кресло, а стул. Да, стул, который вот так можно раскладывать. Классно. И это Regency Style. Смотрите, здесь вот эта обшивка деревянная, она оригинальная для этого дома. Даже потолок. И потолок, все дерево, но это как бы кабинет, да, так явно, что здесь кабинет. Вот здесь красивый, огромный, посмотри, какой шифонер вообще. Какая красота, вот там вырезана человеческая голова. Как в масонском доме, да? Да, как в масонском доме. Часы старинные, кстати. Что там на них написано? Какое? Они так сливаются со стеной. Да, что даже не завидно. 1250 долларов. Возможно, французские, не знаю. Здесь красивая лампа. Самовар. Лампа-самовар.
Здесь большие вот эти пивные кружки $50. Какая-то старинная опять картина, да, посмотрим, 19 век. Италия, там написано или что? Brass and Ivory. А, Ivory? О, подожди, а где? Я тоже не вижу. А, подожди, это не отсюда. Скорее всего. Мне кажется, это не отсюда. Тоже на доске выполнено. Да, $25, что ли, она стоила. Old Master написано. Смотри, какие там батареи. Ага, старинные. Мужчины играют на скрипке, короче. Не помню. Ничего страшного. На этом столе, смотри, как красиво сияет солнышко. Мне нравится эта лампа с американским... Орлом. Орлом, да, красиво. И вот тоже он. Еще тоже один. 25, это 85. Здесь какой-то вот шар для катания, $35. Ну что здесь на стенах? Красивый. Видишь, не видно даже. Нам понравился вот такой необычный стул. Он стоит в уголочке, ну какой-то с гербом, да, там есть явно герб. $165. А нет, такая прикольная кепочка. И, ну, что-то вроде балалайки, да, возможно. Да, это она и есть. Это, может, ну, есть балалайка. Ну, конечно. Санкт-Петербург? Или? Да, похоже на Санкт-Петербург. То есть, ребят, мы нашли, здесь написано «Фабрика имени Луначарского, Ленинград». То есть, это действительно наша балалайка. Не умею, но кто умеет, было бы классно. $165. Угу. Какая красивая старинная подставка для зонтиков. И зонтики здесь тоже старинные, кстати. Давай покажем, может, палочку. Посмотри, какой он уже весь. Ребята, парасоль. Я даже не могу его, наверное, открыть. Подожди. Не открывается, ребят, не открывается. Но видно, что красивый. Вот такой вот старенький с бантиками. Ручка такая. Угу. Посмотрите, какая дорогая картина. Да, из серии «Дорогая и маленькая». Посмотрите, она совершенно небольшая. Чарльз Шрод, $1500. Надо посмотреть, что это за автор. Это более современный художник. Это птица, что ли, или что это? Ну, это абстракция. Непонятно, что это. Кто что увидит, короче. А тут вот такой вот слоник симпатичный. Ну что ж, мы на кухне. На кухне очень много, конечно, народу. Смотри, какие здесь, какая батарея здесь красненькая. Очень интересно сделана сама кухня. Такие современные довольно-таки здесь. Шкафчики, да? Лариса, посмотри, какое необычное окно. Наверное, для того, чтобы здесь ставить цветы туда. Полочки даже, чтобы света было много. Для цветов. Смотри, необычная. Такая мне нравится, красненькая. Красненькая здесь. Ну что, да. Конечно, декор очень красивый. Вот здесь понравилась эта композиция. Большое блюдо. Вот такой вот кофейничек. Давай посмотрим, что это. Шкотланд Англия. Очень симпатично, $45. Смотри, как интересно, на магните было сделано. Ага, чтобы все было. И, конечно, вот набор. Мы идем наверх. Мне нравится здесь кухня, как ковер красивый, старый. Батареи, смотри. Мы в спальне. Да, такая очень интересная спальня. Что мы здесь видим, Ларис? Ну, посмотри, какой красивый здесь. Такой красивый письменный столик с нашей любимой подвесочкой. Да. Вот. Очень миниатюрно и довольно-таки симпатичная лампа, Ларис. Я подозреваю, что, возможно, это Германия. Давай посмотрим, что это. Так, да, мальчик и девочка. Под еще, мейси, да? Посмотри, да. Еще одна девочка. Все, ну, немножко отбито, конечно, уже. Что здесь? Да, Германия, вот знак. То есть это очень симпатичная вещь. $125, мы подумаем. И какой-то здесь... Вот очень интересное тоже блюдо. Маркировки я не вижу. Что-то есть. Есть, да, что-то, да. Вот здесь что-то есть. Написано, мы потом посмотрим. Посмотрим. Но чувствуется, что она тоже типа тяжелая. И смотри, как интересно. Здесь русалка.
Нет, не русалка, но что-то вот на тематика какая-то. Мне понравилось. Здесь вот такие столики 225, они парные, вот с откидывающимися такими дополнительными. И здесь вот несколько этих тарелочек, 5 от 35. Это Пруссия, Германия. Эти, кстати, мы с тобой, Ларис, по-моему, видели. Это двойные вот такие вот красивые лампы. Они явно сделаны. Это какая-то старинная ваза, которую переделали под лампу. Очень симпатичная. Цену я не вижу. Наверное, стоит. Здесь мы увидели тарелку симпатичную. Она $25. Это Австрия, видите, улей. Типичная такая эмблема Австрии. Вот для духов, а вот да? Здесь очень даже необычно. Это бокалы под духи. Для духов. Французская, наверное, что-то. Что-то есть какая-то маркировка, Арис? Вот тут уже зеленая. Затерто. Затерто все. Затерто. Ну, это симпатичная вещь. Интересно, пахнет? Кстати, есть еще немножко запах. Запах еще есть чуть-чуть. И вот здесь, потому что они же закручиваются здесь. Снова картина, художник здесь с подписью. Это карандаш? Да, мне кажется, это карандаш. Мы в спальне. Еще одна спальня. Здесь две кровати, как вы видите. Ну, смотри, какие зеркала старые, да, здесь? Да, старые. И я уже вижу Ларис. Девочку? Да. Хорошенькая. $25. У нас было двое. Обычно немецкие такие вот называли для пианино. Вот очень большая, у нас были маленькие. Их ставили, было модно в начале 20 века классишаль на пианино и ставить, укреплять вот такими вот Кубиками. Еще одно блюдо, $25. Просто. Здесь, в этой комнате, вот таких две старенькие, старые такие куклы. Но это такие пупсы такие старенькие. Большая здесь, $495. Вот такой коттедж с подписью автора. Но, кстати, на подписи автора, я не знаю, есть ли там год или нет, Ларис, посмотри. Бывает обычно еще и год. Да, что-то есть. 63-й, что ли. Угу. Понятно. Ну, симпатичная. А здесь на кровати еще куколки и вот такие старинные раскрашки, да? Для кукол. Да, да, вот такая вот разукрашивается. Тут уже кто-то уже разукрасил ее, даже с подписью, по-моему. Southern Belle. Мне кажется, можно вставлять в рамку, да? Да. Какого года надо посмотреть? Может, на той стороне? Сейчас посмотрим. Покажем вам этих красивых. Кто-то какая-то девочка старалась. Вот они так вот, видно, не разукрашенные, а эти уже вот разукрашенные. Какая-то девочка старалась, так красиво разукрашивала. Даже какие-то домики там нарисованы на заднем плане. Ну, представляете, это девочки, наверное, сейчас уже очень много лет. Так, ну, год мы не определили, но мне кажется, это винтаж. Скорее всего, это винтаж. Следующая спальня. Снова такой же декор, как вы видите. Вот такой винтаж кругом, антиквариат. Много красивых блюд старинных. Очень симпатичная вот здесь лампа за $395. Она не дешевая. Как вы видите, $395. Вот такой вот столик за 695. Что здесь еще? Ну вот... Это вот просто... женщины в ракушке, да? Да. Ну, это Венера. Да. Да. Посмотрим, что это за блюдо здесь. Кривенов, да? Ну, Германия. Бавария. Ну, это большое, красивое за $20. Очень красиво, но, по-моему, разукрашено вручную, но не профессионально. Подушечки так хорошо расшиты. Классно смотрится, да? Деревенский стиль такой, да? Смотри, какие перчаточки старые. Да, модные. Кто-то был такая модница здесь. И даже покрывало такое, смотри. Угу. Ну, специально здесь сделали все в таком стиле старинном. Так, мы нашли здесь такую, посмотрите, чашечку.
количество, с огромным количеством золота, но это, скорее всего, может быть, Япония такие производила, нам немножко еще одна такая. Но это для усов. Для усов. Мужская, но сделала очень. Это для мужчин, у кого есть усы. Голубым, это проще не смотрится, как мужская. Такой здесь красивый проход в другую комнату спальную. О, классно. Hi. Класс. А тут что такое? Такие разные сумочки здесь. Ну, это современные сумочки. Так. Очень симпатичный веер. Такой. Ну, что здесь так? Здесь целая коллекция современных вееров. Видите, целая коллекция. Вот такие это есть. Это сандаловые, они с запахом, помнишь? Да. В одно время модно было. Красота. И еще одна такая сумочка за 26. Тоже старинная. Видно, кто здесь жил, имел определенное количество дохода, потому что вот это не дешевая фирма, это Брэдли Мишка, то есть это кутюр, можно сказать, вот такое платье, цена $95, то есть они его не дорого отдают. Мне кажется, это свадебное платье, нет? Возможно, оно может быть как бы как хочешь сделано. И вот такой вот, таких вот, конечно, домах гардеробы, они очень маленькие, потому что это старый дом. Это здесь симпатичная картина. Вот такой пояс сделан в стиле импрессионизма. $495 с подписью. Мы идем в подвал. Да, мы идем в подвал. О, там целые комнаты. Это жилое помещение, походу. Да, кажется, да. Ну что ж, здесь комната внизу. Кстати, вот интересные журнальчики. Нам с тобой иногда везет на журнальчики. Но это природный магазин. Журнал, извиняюсь. Магазин, это название журнала по-английски. Природа называется. 40-го года. Вот это их 39-й год. Ну, в общем, это один и тот же. Жалко, что нет каких-то других. Нам модный очень нравится журнал. Модный журнал, да. Что дальше здесь? Так уютно, интересно сделано. Огонечки такие прикольные, да, Ларис? Что еще здесь? Мы видим, что покупают люди здесь. Вон гусли, Ларис. Ага. И барабан. $20. Но он, к сожалению, оборванный. А гусли? Гусли прикольные. Еще одна картина. $695. Здесь коровы ковбоец. Ну так. Ничего. Так, что еще? А это что такое курительное? Какая-то, а нет. Как, это замешивать? Это, наверное, толчить. Что-то, да, делать. 65-20. Интересно. А вот смотри, домовой. Это домовой поставили, да, чтобы охранял было. И с веником. Интересно, сделала гитара с подсветкой. Получилась уже не гитара, а лампочка. Что только не придумывают. Смотри, какой старинный. Это печка. Помнишь, мы с тобой один раз такой же видели? То есть вот камин, а тут что-то можно как запекать, но его не откроешь. Она сейчас очень хорошо закрыта. Что еще? Элвис. Наш как любимый без него? Элвис, конечно. Без него никак. Очень много. Я хотела сказать, что мы видели, что очень многие здесь берут книги. Просто огромное количество людей покупают книги. Здесь смотри, много. Какое панно. Да, если бы это было настоящее, сделано руками индейцев, то оно стоило бы огромные деньги. Но мне кажется, что нет, потому что оно у них немножко другой стиль. Ну, тоже $75. Ну, это под стиль, вот они вот так вот вязали, вышивали бусинками. В сувенирном магазине, скорее ну, всего. Ну да, скорее всего. А вот тут рыбки за $45. Всем любителям рыбалки. О, труба. Марина, делай труба. О, красивая, $175, тоже старенькая, винтажная. И вот такой телефончик. Но явно, что это вот не подходит. Не подходит. Там должна быть такая отливка. Усовершенствовали они, да. И здесь такие тяжелые, тоже как индийские, такие вязаные. Красивые. Это половички, да, что ли? Ну вот это вот на стол видно. Видишь, там не оставили же половички. Мы в подвале. Мы в подвале. Посмотрите, какая здесь слышимость. Мы слышим всех, кто наверху ходит. Ну
перестали ходить. Как только мы решили снять. Посмотрите, что мы нашли, ребята. Это большой балет с СССР. Майя Плисецкая. Приезжали здесь, выступали в Теннесси в апреле 1988 года. Представляете, вот до сих пор кто-то хранит эту афишу. Ну что ж, мы вот попали здесь во двор как-то сразу. И посмотрите, увидели вот эту картину. Какая она, видите, конечно, грязная вся, никакая. Но она старенькая, ребята, если мы перевернем ее. Смотрите, какая у нее старая уже тут рамка, холст. И, конечно же, ей надо ремонтировать. Она уже вся в таком состоянии, не очень хорошем. Но я не пойму, на гвоздях она или на все-таки... На гвоздях. Да, она на гвоздях. То есть ей лет уже, наверное, 100 есть. Ну, не знаю, подумаю, всего 25 долларов. Авторство есть? Да, вон там что-то написано внизу. Да, даже я вижу. Автор. Да, есть какое-то авторство. Ну, может быть, возьмем. Угу. Подумаем. Как видите, здесь сегодня много народу. Лариса, можешь показать, сколько здесь человек, все смотрят. Вот, конечно, уже здесь гараж, здесь еще какая-то дополнительная комната. Мы сейчас ее проверим. Да, мы сейчас ее проверим. Сюда зайдем. О, смотри. Какой конь. Красивая лошадка, да. Обычно такие, наверное, стояли у входа, мне кажется. Пусть они сюда это тащили. Идем. Ну что здесь у нас? Игра в крикет, да? Да. Просто отдельная комната. Ничего такого особенного здесь нет, но пользовались, наверное. Вот, кстати, вот этот коврик 15 долларов. Смотри, какой он затюканный. Вот такой. Ой. Смотри, а вон старинные эти микроволновки. Gold Star еще, помнишь, что лет назад было? LG теперь. Угу. Нам понравилось, как здесь сделан дворик. Такая здесь огромная магнолия. И вокруг этой магнолии, ребята, они сделали вот такую кирпичную дорожку. Она уже вся поднялась от корней, да, смотри. Да, корней поднялась. Угу. Здесь, наверное, рыбки были. Прудик. Явно здесь был прудик. И дорожка ходит сюда, за вот этого домика. Да, просто сюда. Здесь может быть еще одно патио было, наверное. Здесь можно поставить. Да. Кусочки. Смотри, уже какой. Да, Марин, какого года этот дом? 1918. Да, представляете? 1918. А вот инжир. Да, инжир. Угу. Класс. И там вот такое окошечко. Смотри, какое интересное патио, да, здесь? И я тоже замечаю, что весь дом, он кирпичный со всех сторон. То есть внутри, то есть снаружи и сзади он весь кирпичи сделал. То есть качество дома, когда его построили... О, здесь что? Тебе не кажется, что его обшили, Марин? Если это 18-го года, ты думаешь... Это настоящий кирпич. Это родной, ты думаешь? А это что? Наверное? Мне кажется, это был хаттаб, Ларис, то есть джакузи. Хочешь посмотреть? Да нет, как-то неудобно. Не, он уже там приклеился, мне кажется. Ну, здесь это все такое. Можно в дом везде попасть, да? Да, три двери заходят, комната сзади стороны. Ну, патио было очень большое, сколько места сидеть. К сожалению, конечно, дом будет требовать огромного ремонта. Ну, они его за 600 тысяч продают. Да, за 600 тысяч. Но он красивый, необычный, он с историей. Но кому-то нужно его просто привести в очень хороший порядок. И еще потратить, наверное, столько, чтобы это добиться и сделать. Ну что, Марин, мы побывали в этом доме. Да, нам понравилось, да, Ларис? Много всего там было необычного. Вот. Но мы пойдем сейчас к другому. Да, спасибо, что смотрели нас, и до новых встреч. Пока-пока!